вслед за своими старшими товарищами готовится к старту нового сезона и дизелист. Для второй пензенской команды розыгрыш национальной молодежной хоккейной лиги начнется 23 сентября. Первые матчи «желто-синие» проведут на своем льду. В наш город приедет МХК «Липецк». Причем дома дружина Алексея Медведева пробудет до середины октября и успеет также встретиться с клубом «Рязань-ВДВ» и саратовским «Кристаллом». Завершит регулярку 1 марта. А меньше чем через две недели наступит время матчей 1/8 финала плей-офф, где противостояние идет до трех побед. Когда болельщики смогут поддержать дизелистов,